Всем приветики. Ну что, 3 февраля, 23-й год. Наконец-то иду открывать зубарёвую лихорадочку. Время 9:30. -23. О, радуга. Фига прикольно. Так-то камеру, наверное, видно не будет. Не, не видно. Ну что, попытаем сегодня удачу. Народ, смотрю, сидит где-то 1,5 км. Вот только от берега пошла. Дует отжимной ветер противный. Курилась 1,8. И из-под льда сразу 3 штуки вот такие достала. Но с открытием понеслась. Фу, отжимной ветер дует. Мороз такой. Прям вообще жесть. Глубина вообще небольшая, 8 метров, наверное. Так вот, поклевочки. Нет-нет, да и есть. Не знаю, за минут 20. Поймала штук 20, наверное. Сделала вторую лунку. Включила камеру и, конечно же, не ловится. Клевочка. Навага. Походу. Да, навашка. Ну вот, сезон, главное, распечатан. Будем здесь что-нибудь подождать в кадр. Где-то есть поклевки. Ловится почти из-под льда. Навага повисла, кажется. Что значит? Да нет, маленький зубаречек. Я сегодня должна вам это снять. Снимаю на телефон, камера замерзла, еще раз повторюсь. Вот она. Один. Там, кажется, о, второй. По 2-3 штучки бывают ловится. Такие на иглы. Крупничок ловится. Вот они, иголочки. Реже, но крупничок. Совсем пискарик, какой отпускаем. Вот так вот.
потихонечку ловится. Но сейчас вот хуже стало. Утром было прям жор такой, что я даже не успевала камеру достать. Но сейчас вот потихонечку. Ну хорошо, полтора часика всего лишь ловлю. Мороз хоть начал спадать. Время 11:40. Народ начал бежать в сторону Найба. Косяк пошел. Тут у нас пока перестало лазиться. Вот собрала рыбку. 115 каюханов и 10 налажек. И еще штук 20 мелких. Мы сейчас мизинец каюханов отпустила. Бегать желания никакого нет. Погода вроде как потеплела, поэтому остаюсь здесь. Мы тут были вчетвером, потом оттуда с глубины народ сюда прибежал. Вся бурили, бураны, все, перестало ловиться. Потом народ туда дальше побежал, к Найбе. Раз, у нас чик-чик опять проклянулась. Сейчас вот опять отошла рыбка. Нет? Ну, сидим. Сижу, точнее, жду. Сегодня я одна. Время 1:00. Потеплело на улице. Рыба массой перестала клевать, куда-то убежала. Я 121 штуку успела поймать за пару часов. Прям вообще пушечный был клев. Жалко, заснять не удалось. Был жуткий мороз, конечно. Но сейчас народ ближе к берегу сместился. Иду. Так 2 месяца сменила. Ни, больше ничего нигде не клюет. Ну вот, смотри, там кучка. Где-то в километре от берега столпилась. Я была на 1,8 напротив танков. Сейчас посмотрим, что там. Светит, не знаю. Градусов 10, наверное. Вон кучка людей. Сейчас придем куда-нибудь, забурюсь. Ну, вон что-то машут там. А то там вообще перестало ловиться. До берега осталось 900 метров, наверное. Да, где-то так, не больше километра. Перебрала все удочки. Ни один клюнул на терминатор пятерочку. И все, народ вокруг почти разошелся. Потом думаю, ну тепло стало. Думаю, дай-ка я новиночку зацеплю. 2023 от Safi Fisher. 4,8 крючок. И вот. Не знаю, сколько там с десяток. Чук-чук и навашка. Вот так вот. Погодка вообще прям замечательная. Так, тоже единично. У кого-то клюет, у кого-то нет. Тут вот возле меня тут пытались встать с одной стороны, с другой. И ни в какую. А вот этот крючочек 4,8 новиночки. Спасли ситуацию. Вот нет-нет, да клюет. Вот сколько здесь минут? 30 стою на этом месте. 11 там или 12 штук поймала. Вот тут у мешочки 150. Тут еще накидала. Ну, тут возле берега, конечно, вообще одна мелюзга. Вот единичная тут сколько там? 2-3 штучки крупненькие. А так мелюзга-мелюзга. Метров 900 от берега. Вообще, конечно, на глубине хоть крупничок был. Ну ладно, радуемся и этому. Ну вот, 17:00. Потихонечку. То ловится, то не ловится. Вот. Тут лежит чуть-чуть. Тут вкладыш. Короче, 205 штук. 205 штук. А вот Толик. Привет группе. Нашел меня на льду. Вот вкладыш. 211 штук. Есть и крупненький, есть и меленький. Тут штук 25, наверное. Навак. Все. Нафиг домой. Северный мерзкий, холодный ветер. 17:20. Тащусь на берег. 211 штук. Сезон первого дня. О, крутяк. Я счастливый, как никто. Все. Километрик до берега. Второй. Вот такой у нас ужин. Вкусняшек. Только с моря. И вон там еще мяско. Боевая команда в сборе. Завтра собрались. Все, рыбачить. Сегодня я одна была. Сегодня переночуем за это дело. И завтра в бой все вместе. Всем доброе утро.
Время 8:00, минус 27, отжимняк, рассвет начинается. Сегодня суббота, Стародубск, как Лас-Вегас, светится. Сегодня я делаю теплую шапочку, а то вчера голову надуло. Ну все, посмотрим, как пройдет сегодняшний день. Вот так вот рассветик у нас происходит. Это сейчас 27, а когда солнышко будет вставать, вон вода. Я боюсь представить, как будет жарко. Ужас. Перешла, забурилась. Три зубарика сразу дрюнула. Вот так вот восход происходит. Солнышко встает. Красота. Народу. Жесть. Без 10:09. Поймала. Кто-то ловит, кто-то нет. Сменила полянку. Солнышко уже высоко, хоть теплеет. Это вообще жесть была. Не знаю даже, сколько сейчас время. Но на улице прям реально дубарина. Время 12:05. Тут полавливают, сидят. У меня ничего не ловится. 27 штук поймала из десяток на ваге. Там-сям, на 2-3 километрах. Да, промерзлась, видимо, вчера. Сегодня уже к обеду вот я задубила. Наверное, сейчас пойду обратно. Отжимной ветер дует, скоро отлив. Вот тут вот. Ну, достают все мелюзгу, чуть больше мизинца. Крупняка, вот сейчас достала. Тут вот навашка лежит, вот зубарик. Это вот средненький, нормальный еще. Все остальное вообще ужасное. Ну, в общем, пойду до берега. Может быть, возле берега что-то половится. Да домой поеду, чтобы не стоять в пробке дикой. Сегодня будет народ до дома по 2-3 часа ехать. Ну что, время начала второго. Иду в сторону берега. Вроде солнышко палит, но так холодно. Кошмар. В общем, 39 штук настрадала. Из них штук 15 средние, 2 крупные, остальное мелюзга. Вчера, которую ловила я под берегом. Так, народ ходит, бродит. В общем, такого где-то активного лова, жора нету. Пятачками простреливают, но мелюзга. В основном на мелкие иголочки, на мелкие брючочки. Крупных экземплярчиков сегодня вообще минимум. 15:02, вот, шла почти до берега. 700 осталось, это так. Никого одна встала, денёшенька, только мимо проходящие, уходящие домой идут. 2 часа наконец-то потеплело. Господи, я прошлась, хоть согрелась. Невыносимо было холодно. Вот. Забурилась. Сейчас посмотрим. Что-нибудь проклюнется, нет? В общем, итог рыбалки второго дня. 39 штук. Буранисты сегодня прям одолели. Таких экземплярчиков очень мало, мелюзга. Вообще вот это вот на жарку. Лед настолько тонкий, что буранисты проезжают, аж волна, блин, происходит. Ну и на ваге, вон там, не знаю, с десяток. В общем, вчера 211 штук, сегодня 39. Я считаю, для открытия это очень круто. Тут возле берега одна стою, ничего не клюет. Буду собираться и домой. Первый день у меня отлично отработали лисички, крючочки. Не знаю, не с понятного металла какого-то сделала, они гнутся. А, салатовая мушка, 5,5 крючок. И иглы. Иглы большие, на них ловился только крупничок, хоть и редко. А, темно-зеленая мушка с красной точкой. Сегодня второй день, но все подряд, либо клевала, либо не клевала. Я была напротив танков, пушек этих, поменяла очень много мест. Но вот смотрю на прямках, где Стародубск, там куча людей собралась, может там что-то проклевывается. И говорят, что на елочках тоже сегодня проклянулась. Вот как-то так прошли 2 дня, я считаю, очень даже хорошо. С вами была ваша Мара. Bye.
Я вообще сегодня хотела разгрузить, она за ночь просто смерзлась кучу, эти 250 штук. Тут. В общем, вот так, итог двух дней, 250 штук и полный пакет на ваге. Ну, на вага крупная тоже, не так уж много. Все. Грею машину и домой. Всем доброе утро. 5 февраля. Всем привет! Нечаянно я оказалась третий день на рыбалку. Я просто бессмертный человек. Субариска меня. Не смогла бы. Короче, рассвет, посмотрим, рассвет. Что сегодня будет. Рассвет покажи. Да, рассвет всем будет. 8:50. Солнышко на дивке. Чего? Полотенце. У меня где-то сбоку валяется рюкзака. Я его обычно не достаю, но есть. Сфоткаешь меня потом? Поклевочка пошла. В смысле? На вага. Я уже видела. Первые пошли. Значит, скоро подойдет собак. Время 11:30, тут штук 10. Снежок пошел, где-то 1,5, может, 1800 от берега. Потихонечку. Только лета нет, вот еще тут чуть-чуть надергало. Короче, третий день на льду. Сегодня пасмурно, хоть мороза нет и ветра этого дикого. Поплавливаем потихонечку. Девчонки вперед убежали. Я пока здесь стою. Так, 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 так. Опа, 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 опа. Покажи его. Вот так вот. Ловится еще иногда. Хоп. Вот сегодня вот такие вот, не особо крупненькие, конечно, но есть. Ну, тут девчоночки накидали. Третий час. Так себе, конечно, рыбалочка. Но все равно. Нет-нет, да прибегает рыбка. Я вот с утра и до сейчас 47 корюханов. И тут на вашке 8. Сегодня пасмурно, но тут тепло. Хорошо. Время у нас 5:15. Тут чуть-чуть. В санках чуть-чуть. 81 штука. Вот так. Поменяли несколько поляночек. Вот на последней полянке сели. Вот тут вот, напротив моста Найбы прям. Вот. Где-то 2 километра. Сейчас потихонечку будем собираться до домой. Вот так вот прошел спонтанно третий день. Солнце прям припекает вообще здраво. Наверное, 8 градусов. Не то, что вчера и позавчера лютый холод был. Сейчас 15 минут, да, почопаем. Идти через вот эти вот, вот такие вот тарасню через всю вот эту санки волочь. Залезли в какую-то полянку такую. Время без 15:05. Шуруем домой. Уже километр прошли, еще километр осталось. Сегодня 82 штуки в итоге. Поймала. Сейчас пока собирались, еще одна клюнула. Сегодня отработали лисички салатовые 5,5. 3 дня топ. Я вообще негр. О. Вот мелочевочку засолила уже. Вообще вот она такая. Вот крупничок начала солить. Укладывать. И тут еще вон, куча таких крупного. Там еще чуть-чуть помельче среднего. Все. Ну и кто там? Опа, нормальный такой. Это Маринто. Это, зубарь? Нет, это петушок морской. Петушар наловила он. Петушарни.